Привет, друзья! Нахожусь на даче в условиях дачного бушкрафта. Выживаем как можем. Весь июль идут дожди. Вот можно видеть, вода хлюпает. Купальный сезон нынче так и не открыт был. Тепла у нас не было. Поэтому растет только трава. А на обзоре сегодня у нас будет очередной нож из Китая для бушкрафта. Немного бы хотелось рассказать историю этого ножа. Пишет мне наш друг китаец, типа: уважаемый друг, вышла новая модель ножа бушкрафт, вам она обойдет у вас столько-то, столько-то, плюс наши купоны как постоянному покупателю. Купился, заказал, 2 недели отслеживалась, пришла в Москву на таможню и зависла на 2 недели. Это для тех, кто хочет заказать ножи из Китая и боится заказывать. Вот, пришел в такой коробке, упаковке. Тут уже видно, что Почта России, посылку вскрывали, сопроводительный акт, то, что на таможне моя посылка была вскрыта. Ну и в конце фотографии, кто, чего и как вскрывал. Так что ножик до меня все-таки дошел. Приходит он в такой коробке. Нож бушкрафт. Китаец пишет: новый нож с новым дизайном. Ножны, конечно, пластик, лопух, здоровый, теклок. Все нормально, классно, как обычно у китайцев. Первая модель у меня была вот такая. F003, нож бушкрафт, сталь 440C. На этом же ноже, сейчас посмотрим, модель F005, сталь D2. Заявлена твердость на этом ноже 60-61 единица. Фирма Бразе. Если по-русски, то брат. На клинке сатинчик. Прямые сканди спуски. Рукоять, как видно, бочоночком. Двухцветная микарта. В руке нож сидит классненько. Имеется темлячное отверстие, втулки там нет, просто засверлено отверстие. Толщина клинка около 4 мм, длина 99 мм. Вот такой. Два ножа для бушкрафта. И немножко с разной геометрией и разной эргономикой. В этом ноже я сперва вроде тоже немного разочаровался, но потом оказалось, нож-то классный. Поэтому заказал второй. Нож мне обошелся примерно чуть больше 2000 рублей. Аналогичные ножи на китайских сайтах стоят больше 4. Ну что ж, попробуем провести небольшие тесты. Ну что ж, попробуем порезать. Это вот березовая палочка. Нож F003 от той же компании Бразер. Ну что, срез ровный, гладкий, блестящий. Проверим. F005 с D2. Заточка от китайцев. Режет классненько. С хрустом, срез блестящий. Попробуем еловую палочку построгать. Но тут грызаться вообще слов нет. Старичок
Рез практически одинаковый, но вроде у этого даже получше. Теперь посмотрим, как они строгают мелкую стружечку. Это же все-таки ножи для леса, для бушкрафта, для разведения огня. Ну вообще, не напрягаясь, классненько получается. Вот, почти идеальное огненное перо. Теперь возьмем F005. Тоже не напрягаясь. Но это немножко зарезаться чуть больше. Вот получаются две стружки. От одного и второго ножа. Ну что, зарезается лучше. Но контроль пока лучше вот на этом ноже. Попросила меня дочка младшенькая Дашенька, принеси-ка мне папуленька из деревни цветочек аленький. Поискал я цветочек, найти не смог. Но ночью мне приснился цветочек огненный. Вот попробую сделать сегодня его этим ножом. Вот получается примерно такое. Вот он, цветочек огненный. Ну что ж, попробуем нож, как он в полевых условиях будет с продуктами справляться. Сегодня у меня огурец. Сейчас мы его порежем на дольки, посолим. И съедим. Посмотрим, как он режет. Ну что, режет, чуть-чуть подкалывает из-за такой толщины. Ну, вполне. Теперь хочу попробовать, можно ли этим ножом развести огонь от огнива. Вот есть у нас береста. Сейчас попробуем ее подготовить. Так, на улице ветерок. Ну что, пробуем? В принципе, поджигает. Все, огонь, можно сказать, добыли. Опа-на! Чуть пожар не устроил. Ну так, маленькие испытания от своих ножей провел. Ножи вполне рабочие. Для леса сгодятся. Батонить они будут по-любому с такой толщиной клинков. 4 миллиметра. Ну кто-то мне может опять напишет, что я опять китайское дерьмо покупаю, что лучше покупать наши российские. Ну, не знаю, ребята, китайцы по качеству намного превосходят наших многих производителей. Взять ту же Ворсму. Там такое ставят на клинки. Тут же, вот нож проверенный, сталь заявлена 440C, вполне себе соответствует. Пока его нож еще не точил, только правлю на коже с пастогоя. И вот этот нож с D2, думаю, послужит мне не хуже. Так что всем пока-пока. Для начинающих бушкрафтеров вот этот нож просто находка. Стоят они сейчас в районе 2500 на сайте у производителя. Ссылочку дам под видео.